Здравствуйте, меня зовут Инна Зуева. Я очень рада приветствовать вас на канале. Представляю вам Эвальда Юрьевича Лущаева. Это методист отдела экологического просвещения Тегерекского заповедника, который расположен на территории Алтайского края. Эвальд уже вам рассказал о том, как мы создавали сокровищницу Тегерека, шкатулочку такую с вот этими всеми замечательными растениями. Созданы они были по фотографиям, то есть натуры полепить на тот момент не удалось, потому что уже не сезон, скажем так, был. Родилась идея поехать все-таки в это чудесное место, потому что когда я стала изучать информацию, материалы, заповедники, я просто загорелась желанием побывать в этом чудесном месте. И наконец-то в 2020 году, в августе, мы поехали. Эвальд провел нам серию экскурсий, мы поехали с группой, потому что ехать одной было просто неправильно. Я позвала с собой друзей, и друзья решили поехать вместе с нами и увидеть все это воочию. Мы не только гуляли по территории заповедника, по охранной зоне, по самому кордону, любовались звездами, сидели у костра, мы еще изучали растения. И что я могу вам сказать? Вот наш любимый Эвальд, он просто ходячая энциклопедия растений. Вот насколько я люблю растения, люблю их изучать, там что-то вот узнавать про них, как они устроены и так далее. Но мои знания просто мизерные по сравнению с тем, что нам рассказывал Эвальд. Буквально про каждую былинку, травинку, которая там растет в заповеднике, он может рассказать нам целую историю. В общем, мы в огромном восторге, ну, не считая меня, которая как бы в этой теме вообще погружена с головой, девчонки, которые поехали со мной, ну, за компанию просто полюбоваться природой, чего-то там порукодельничать, в общем, они загорелись просто вот желанием создавать такие цветы из холодного фарфора. В чем особенность? Когда вы приезжаете на территорию заповедника, видите все это прекрасное разнообразие, вы, конечно же, много фотографируете, но иногда хочется вот что-то такое взять, да, и привести с собой на память. Но мы не можем на территории заповедника рвать растения и забирать их с собой. Опять же, они же засохнут, там, завянут, да, то есть погибнет это растение. Пусть оно живет в своей природе, там, где вот оно должно, в своем уникальном месте. А мы можем, любуясь этим растением, с натуры, по фотографиям, там, а очень здорово, когда и то, и другое, когда мы его рассмотрели в живой природе, и потом, зафотографировав его со всех сторон, пришли на территорию заповедника, на кордон, там чудесные вообще места, все организовано для отдыха, для проживания туристов, для занятий. У нас было уютное местечко. Мы там создавали растения, которые мы увидели. Поэтому я очень благодарна заповеднику. И я надеюсь, что мы еще раз побываем, а может быть и не раз даже на территории заповедника. Потому что это действительно очень классно. Вот. И про экскурсии, наверное, чуть поподробнее может сам Эвальд рассказать, потому что вот он там живет уже не один год, можно сказать, да, каждый год вот ты туда выезжаешь, много чего знаешь. И вот мы сходили, например, на такой вот, в пещеру гиены, логово гиены. Вот. Увидели очень много интересных растений, но про вот эту экскурсию Эвальд нам расскажет, насколько это сложно, на какой, например, на уровень рассчитан. Вот я человек абсолютно физически неподготовленный, то есть там я бы не смогла куда-то высоко в горы, например, ну, по крайней мере, я так думаю, забраться. Думала. Но здесь, да. А здесь мы просто пошли, и так это все было интересно, легко. Вот там определенная высотность все-таки есть, да, протяженность вот этого маршрута. Расскажи нам поподробнее. Ну, все маршруты, которые есть на территории от центрального кордона, они разделены на те, которые проходят по равнинной части. Это, кстати, вот на Силур Тегерек на разрез. Стоянка называется Богородица. Речка, которая протекает под скалой, называется река Иня. Иня. Созвучно. Да. Вот. И мы всегда туда ходим для того, чтобы, ну, во-первых, оценить свои силы, посмотреть на красивые места, и если жаркая погода, то покупаться, потому что там самое, ну, глубокое место, можно там поплавать, можно понырять. Ну, вода, как вы понимаете, очень холодная. А по дороге мы проходим сквозь кустарниковые заросли как раз нашего курильского чая замечательного. Встречаем там большое количество интересных растений, которые и знакомые, и незнакомые. И поэтому мы можем посмотреть, как они действительно в природе там растут. Не где-то на грядке, а именно среди вот кустарников, среди деревьев, как они там вот сами по себе выживают. И, соответственно, мы, оценив свои силы, потом уже смотрим, куда нам двигаться дальше. Конечно, есть очень много маршрутов. Мы можем как бы в любую сторону от
нашего кордона найти, обязательно куда-нибудь в интересное место придем. И, конечно, мы этим как бы пользуемся. Вот та пещера, которая называется Логово Гиены, она располагается немножко дальше. И это где-то примерно туда-сюда порядка 8 километров. Соответственно, с набором высоты примерно в пятиэтажку, если так вот постепенно можно идти, то набирая высоту, можно как бы забраться на пятиэтажный дом, так скажем, на крышу. Вот. Но, опять же, так это плавненько все поднимается, что только та часть, которая непосредственно к самому логову, она доставляет какие-то небольшие неудобства. А так, в основном, люди идут и практически не замечают, что они потихонечку набрали высоту. А сама пещера находится, опять же, в массиве известняков. Опять же, люди, когда туда приходят, они ищут и находят там эти окаменелые животные древнего Силурийского моря. Это всякие кораллы, мшанки, ругозы, морские лилии и так далее. Все это как бы сначала экскурсовод рассказывает, что можно там найти, а потом люди это все находят. С восторгом причем находят. Когда ты шел раньше, видел просто камни, а после рассказа когда человек понимает, что это море откладывало свои отложения в течение нескольких десятков, сотен миллионов лет, и это все 450 миллионов лет назад, и когда ты заходишь непосредственно в толщу этой горы, в пещеру, и тебе говорят, что ты понимаешь, что ты находишься не просто на дне этого моря, а ты внутри этого дна. И каждая эта животина, которая там из камня торчит, она жила когда-то своей жизнью, а теперь она в окаменелом виде, представлена в виде такого жесткого известняка. То люди, конечно, очень радуются, что они туда попали. Еще одна точка – это гора Шляпная. Мы на нее в этот раз не попали, но очень хотели. Да. Просто не хватило времени. Люди, я понял, что они бы там жили бы и жили. Мы успели сходить на рядом расположенную с кордоном гору Чайная, которая по цвету, она действительно как темная заварка, камни такие. Она относится к совсем другим породам каменным. Она относится к совсем другому континенту, который называется Казахстане. И между этим блоком массива Шляпная и Чайная, и между известняками находится огромный глубинный разлом земной коры. И вся долина Инии Большого Тегерека, она и представляет собой не что иное, как разлом. Поэтому люди, которые туда посещают, могут чувствовать что-то какое-то необычное место, место силы, что-то тут нас как-то немножко вдохновляет чего-то. Действительно, в таких местах действительно выбор с энергией происходит, потому что два континента постоянно взаимодействуют друг с другом, они как бы трутся друг от друга, выделяется огромное количество энергии, которое одни люди чувствуют, другие люди не чувствуют. С горы Шляпной видно, весь поселок. Там расположен такой интересный исторический объект, форпост Тегерек. Это не что иное, как часть крупной оборонительной линии, которая создавалась в екатерининские времена от непосредственно теперь уже Усть-Каменогорска в Казахстане до Новокузнецка, которая в Кемеровской области. Протяженность достаточно большая. И некоторые крепости и форпосты превратились в крупные поселки, такие как Черышская или город Бийск, например, Новокузнецк, Усть-Каменогорск. Да? А некоторые, такие как Тегерек, оно потихонечку и уменьшается в размерах, исчезает с лица карты. Но, тем не менее, исторические объекты, они имеют очень-очень большую ценность. И когда находишься на горе как раз Чайной, ты видишь рисунок непосредственно валов этого форпоста, понимаешь, что да, здесь люди, они являлись пограничниками, так скажем, да, они охраняли наше государство от набегов джунгар, и, как помним, в Змеиногорске самые богатые были в те времена залежи серебра, меди и золота.
И, соответственно, было что охранять. Заводы работали демидовские, поэтому было на что покуситься и было что, значит, защищать. Поэтому территория такая интересная. Еще одной точкой, как я говорил, это является гора Разработная. И туда, конечно, надо минимум 4 дня, чтобы сходить, насладиться всей там красотой. Это как раз вот те луга водосборов, огоньков, да, вот этой фиалки алтайской. То есть это самые-самые красивые места. Но вот когда к нам приезжал заповедный букет с программой, да, мы вот обошли эту всю территорию, которая вокруг находится непосредственно центрального кордона, и все были в восторге, в радости. Я говорю, что ж с вами было бы, если бы вы поднялись вот туда бы, да? Там бы вообще бы люди вернулись с крыльями просто-напросто. Вот. Поэтому, конечно, люди, когда приезжают к нам, они рассчитывают из того, что далеко ехать, достаточно дорогая доставка в трудодоступное место, да, из-за этого как бы. Вот. И все как бы планируют, что должно быть быстро, сжато и как бы все напичкано. А потом, когда приезжают, они понимают, что нет, в это место надо приезжать на более длительный срок. Вот, тогда можно все посмотреть, все уловить, все ухватить, как бы всем проникнуться успеть и остаться с ощущением, что да, действительно ты вот наполнился этой энергией, наполнился этой вот природой, и тебе этого хватит на вот оставшийся год. А на следующий год обязательно приедем, потому что хочется. В этом году, из-за сложившейся ситуации, смогли поехать только вот в конце лета, когда разрешили доступ на эту замечательную Вообще было непонятно. А вообще в планах у нас было приехать на первоцветы, то есть это самое такое вот уникальное время года, когда такое огромное разнообразие цветущих растений, самых разных, и кустарников там, и прочих. Ну, про это Эвальд Юрьевич нам лучше расскажет, да? Вот, и мы на следующий год, если все будет удачно, как мы запланировали, мы хотим поехать в начале июня. Вот что нас может ожидать в начале июня, если мы приедем в заповедник? В начале июня обязательно надо к нам попасть, потому что до этого вам попасть не удастся, хотя тоже было бы красиво, но из-за того, что трудная очень дорога, очень крутые спуски, подъемы, просто люди не повезут какой-то народ, туристов, потому что просто опасно ездить. Вот. Или дорога вообще может быть закрыта. Но вот в начале июня, как правило, уже все подсыхает, можно туда приехать. И вот когда народ только подъезжает к предгорьям, еще к Чинитие подъезжает, они таращиваются во все стороны, говорят, ой, куда мы едем, ой, какая красота, ой, замечательно. На перевале между Моралехой и Чинитой, как правило, делают остановку, потому что проехать невозможно, все горы покрыты прострелами. У нас в нашей вот окрестности города Барнаула их называют там подснежниками, да? Или сон-трава еще. Сон-трава. Но они бывают и белоцветковые, и желтоцветковые, и синецветковые, и вот такие фиолетовоцветковые, то есть разнообразные. Растут поодиночке, растут группами по 5, по 6, по 10 штук. И все склоны покрыты вот этими цветами, просто остановиться, это, совесть там не позволит. Все просто выпрыгивают и кричат, остановитесь здесь, иначе мы умрем просто от этой, проехав эту красоту. У горы такое красивое название, Сердцево, да? Вот это такая точка прям знаковая. Вот. Это еще не доехали. Это мы еще только едем в горе Сердцево. Ладно, хорошо. Не доехали. Вот. То есть уже подъезжая непосредственно к той точке, где происходит пересадка, это Чинита, да, люди уже в восторге, они просто потрясены, куда мы попадаем, значит, куда мы едем. А вот когда мы едем уже от Чиниты до Тегерека, там вот как раз гора Сердцево, и на этой горе очень красивая панорама самой горы Разработной. Обязательно там лежит масса снега еще, выглядит это все, как будто ты находишься в горном Алтае, и там на каком-нибудь Катунском хребте, или на другом каком-нибудь там, Северо-Чуйском, Южно-Чуйском, еще где-то. То есть
красота необыкновенная, и вокруг, опять же, цветут самые-самые замечательные цветы. Это у нас, конечно, огоньки. И они растут настолько плотно, настолько массово, их так много, что люди, конечно, они опять же вопят, что им надо здесь, ну, хотя бы там, ну, несколько, ну, не часов, но несколько десятков минут все это дело пофотографироваться, у каждого там прилечь цветочка, с каждым цветочком приобняться, и вот, ну, то есть эта красота, конечно, неописуемая. Ну, и все это на фоне березок, на фоне лиственниц, выглядит настолько на фоне гор, на фоне неба, настолько замечательно, что вот люди просто ползают. Им надо, чтобы вот на фоне лица это все было. Соответственно, они там встают на колени, там ложатся. Вот они переползают одного цветка к другому цветку. Поэтому, конечно, вот начало июня – это то время, когда, конечно, надо попасть. Ну, а приезжая непосредственно, уже спускаясь в сам поселок Тегерек, там немножко другая луговая растительность. И, соответственно, там люди могут встретить уже лилейники, которые цветут как раз в это время. И, опять же, это растение, которое немножко на лилии похоже, но из-за того, что они луговые, это все, опять же, очень-очень красиво смотрится. И люди просто, ну, не скажу, визжат. Это точно. Просто радуются. Вот. Водосборы, которые в высокогорье мы можем увидеть только вот в конце лета, поднявшись опять же туда, тут они цветут в сочетании с, опять же, с огоньками, с прострелами, то есть в разнообразных комбинациях, то есть это все выглядит очень-очень интересно, красиво. Поэтому навсегда вот это время весеннее, оно, ну, не оставляет людей равнодушными. Вот. А приезжая вот во вторую смену, mm-hmm. да, именно хочет, чтобы это было несколько как бы заездов, yeah. Тут, если, опять же, позволит время, можно ухватить и летние растения, которые летом зацветают. Вот в этом году мы как раз приехали, когда у нас было вторичное цветение шиповника белоцветкового и черноплодного. Mm-hmm. То есть это интересное такое растение, когда люди видят, а что это, как в песне, белый шиповник, там, да, любви поклонник, там что-то еще. Да, да, такое. Да. И вот весь склон в этом белом шиповнике прям. И тут же висят вот эти черные плоды, которые, ну, почти как черная смородина выглядят, да, только вот они тоже кругленькие такие, но шиповник. Ну, вот, видно, что это колючее растение. Курильский чай, который вот растет, цветет массово везде и всюду. То есть это сибирка может еще не отцвести, и она имеет белые цветы. То есть вот шикарно все это. А дельфиниумы какие? Да, но вот здесь нет живокости, ну или дельфиниум по латыни находится, называется, и выращивается в декоративных. Это наши в планах растения, которые мы еще будем создавать. Да, живокости несколько видов, и они очень красивые, вот. Красиво цветут, массово цветут, их много. И опять же, каждое растение, оно настолько уникальное, что именно с ним хочется вот рядышком, да, постоять и пофотографироваться. Ну и потом, когда люди приходят после экскурсии, они, конечно, хотят что-нибудь такое создать своими руками. Вот я немножко тоже хочу сказать, что и на меня хвалят о том, что я знаю растения. А я был удивлен, когда пришел к ней на мастер-класс и попытался что-то такое же сделать. Я понял, насколько Инна прорабатывает все детали цветка, насколько она глубоко погружается в анатомию, морфологию, систематику. То есть вот эти систематические признаки, все одно растение отличается от другого тем, что у него там повыше или другим цветом там тычинки, там так-то располагаются лепестки и так далее. То есть это все настолько вот профессионально, что действительно создается такой цветок, который потом неотличим от настоящего. То есть вот у нас Инна несколько букетов уже сделала, подарила, и люди приходят, кидаются нюхать и удивляются, а чего это у вас эти цветы уже весной же цветут, только как же они у вас осенью-то
И почему воды нет? И почему они не вянут, самое главное? И почему они там есть немножко такой, который как будто бы немножко подвял. Вот. Но он настолько сделал интересный букет, что действительно все ловятся. Даже специалисты-ботаники приходят и начинают нюхать эти растения. А потом у них как бы приходит понимание, что они не могут в это время цвести. То есть это, но букет, можно сказать, на несколько десятков лет точно сохраняется. Это самое главное. И мы таким образом сохраняем природу, мы не уничтожаем растения, а мы, следуя за природой, пытаемся воссоздать ее красоту. И чем лучше мы рассмотрим это растение, чем подробнее его изучим, тем мы можем его более реалистично воссоздать. Поэтому керамическая флористика, она еще и называется реалистичная флористика. Когда мы своими ручками можем создавать любые растения. Причем научиться может каждый. Вот Эвальд, например, у нас практически без опыта лепки, да, пришел и с первого занятия создал свой первый цветок. Ну, я делал курильский чай, да, но мне, конечно, Инна помогала, но все равно я его сделал. И когда я его принес на работу, показал, сказал, о, в заварку его, может, положить. Настолько он был похожий на настоящий, что его можно было даже попытаться заварить. В заварку. Мы очень рады будем видеть вас в нашей компании. Можно прийти на занятия в школу, можно приехать в заповедник. Тур у нас будет небольшой по количеству людей, потому что место уникальное, и массового туда потока туристов не будет вообще в принципе никогда. Да. То есть политика заповедника такова, что туда приезжает очень ограниченное количество людей, именно тех, которые любят природу, которые готовы к ней относиться бережно и трепетно. Поэтому мы людей заранее приглашаем, потому что группы тоже будут формироваться заранее, и просто так вот раз приехать вряд ли получится. Если вы заинтересовались, пишите нам. Ссылки будут даны к видео под этим в комментариях, да, в описании. И мы уже с вами можем обсудить все детали поездки. Но то, что это будет интересно, то, что это будет незабываемо однозначно, вы наполнитесь такими впечатлениями, которых вы не сможете подчеркнуть вообще нигде. Поэтому приглашаем вас в наше уникальное место Тигрейский заповедник. Мы ждем вас.